Ребят, всем привет! С вами Левша, и сегодня у нас три отметки. Ну, в зависимости от того, сколько займет это время, может быть один, а может быть и два стрима будет. А, что я обнаружил? Я не так давно на ИСе 7 катался и такой, блин, один из самых первых мой, ну там ИС Маус, потом ИС-7 был. В свое время Т-30 был тяжелым танком 10 уровня, Т-30, это три первых моих танков 10 уровня. Вот, я на нем катался, потом смотрю, блин, две звезды. А тут 85 и сколько? 85-69. У меня отметка. Вторую отметку недавно взял. Так, наш только на 44, да? Можешь подсветить? А вот тут мне саппорт нужен будет. И ВЗХ начала давить, да? Ты здесь сдохни в тему. Ребята, помощь будет кто-нибудь? Да, все грустно. Да, просто приехали, выпушили, потому что был фланг открыт. Ну, здесь наши победили, но мне от этого не легче. Просто приехали в один момент на гнули. Заходя на площадку Code4Game, ты можешь расплачиваться бонусами от Сбербанка или ВТБ. На витрине часто появляются эксклюзивные премиум танки, которых нету даже в премиум магазине. Хочешь оценить танк перед покупкой? Не проблема. На Code4Game ты можешь взять танк в аренду. Тут широкий выбор пакетов с игровым золотом и премиум аккаунтом. Хочешь быстро прокачать ветку техники? Приобретай еженедельные пакеты ускоренной прокачки, а также X5 за победу. В продаже ты найдешь кучу стилей и, конечно же, редкие 3D-стили на технику. Забирай то, что тебе нужно со скидкой за бонусы Сбербанка и ВТБ. Ищи ссылку на Code4Game в описании. Чё-то пасос за пасосом, конечно, ладно, окей. Будет. Короче, в тот момент, когда зажал выстрел. Нормально. За что мне такая сегодня боль 6 числа? Такой день хороший был. Так день хорошо с семьей провел. Здесь какая-то боль. Дим, мне кажется, неверно играешь во многих моментах. Долго времени тратишь на ненужную перестрелку с И7 от борта. Совет, все-таки глянь игру жестких скилловиков, они по-другому играют. Думаю, ты поймешь, когда глянешь. И заметил, когда во взводе играешь с кем-то, то твои показатели намного лучше. Так да, Сич, я же отвалился от рандома очень сильно. Потому что там основной мой период в рандоме, О, смотри, какой. Вот он, вот чувак, зеленый наконечник нужен был. А основное время, когда я потел в рандоме, это первая половина, то есть до киберспорта. И примерно до формата 7.54 мы как-то там играли, совмещали. Вот, именно когда там старался. Ну да, где-то до формата 7.54. Вот формат 7.42, вот как раз у меня и совпало. Там играли на восьмерках, на 69-ках. Была на некоторых десятках, но основной упор, конечно, на восьмерке был, как ни крути. Вот, и в клановые, в кланах очень много игр, там, тренинг, комнаты, кланы. А в рандоме, естественно, ты, по крайней мере, я отвалился очень какой-то период, потому что мне, в принципе, особо никогда не вставлял. В тот период времени, когда там в киберспорте приходилось потеть и в командных играх. Йорик, спасибо тебе, я это, после боя зачитаю. Жорик, да? Вот. И катал. В основном там видео какие-то надо было делать, или стримы веселые и все остальное.
Вот, сейчас появился интерес к рандому, а сейчас он намного жестче. И нужно больше практики, чтобы к нему элементарно к нему подстроиться, к этому рандому. И уже показывать результат. Понятное дело, что надо и помимо того, что ты играешь в рандоме, еще и там как-то анализируешь. Здесь даже, знаешь, что больше? Я считаю, решает, на что стоит время потратить. Ну, позиции понятно, какие там позиции надо занимать. Вот. Но больше на коллижен модель танков. Вот. Танков появилось очень много. Опять ты. Ну да, да, да. Сейчас опять этот фугасом даст. Блять, почему я болтаю? Почему я, когда надо закрыть, наступает время закрыть свои лица, просто доиграть, я начинаю рассказывать, рассуждать. Да. Ну, раньше что вот. Не пробить ИСа седьмого. Давайте, ребят, валиваемся, да? Валиваться опасно. Та-дам! Это просто фаталити. Это просто вот фаталити. Просто и говорит, иди нахер с этой игры, неудачник. Просто тупой урод, уходи с этой игры, не играй больше. Хер тебе лысый, а не отметка. Вот что этим. Просто мне только что картошку. Просто говорит, закрой игру, пожалуйста. Говорит, не играй ты на эту отметку. Ничего у тебя сегодня не получится. Просто не надо. Вот уйди, давай один бой. Второй бой. 5 боев подряд сосет. 10 боев подряд сосет. Не понимает, говорит. Русский человек не понимает ни хера. Это реально прям фаталити просто. И говорит, не понимает. Так. Сидят там сотрудники картошки, да. Не понимает, говорит, блин, уже 10 на стриме, говорит, 6-7-8 тысяч человек смотрит. И говорит, 10 боев подряд сосет. И не понимает ни хрена. Что сделать с ним? Блин, ну говорит, ну он должен уже был закончить. Играет? Да, играет до сих пор. Серьезно, до сих пор играет? Да серьезно играет. О, привет, давай... с Рождеством. Олежа, привет, сейчас поговорим, Олежа. Спасибо тебе. И чё, говорит, до сих пор играет? Да, до сих пор играет. Ладно, давай еще ему пару боев пошлем, сейчас ничего у него не получится. И закончит. Послали. Ну и как там? Играет, до сих пор играет. Короче, пошел он в жопу, говорит, давай ему сейчас сделаем, что он просто взорвется к херам и все. Типа, давай ему, знаешь как, чтобы немножко подостыл, чтобы сердечный приступ у него не случился, мы ему 2 боя по 5к суммарно пошлем, чтобы хоть чуть-чуть смог. И потом ему фаталити устроим. Окей, давай. Устроили. Херушки, дальше буду играть. Пошли все в задницу. Да, это жестко, конечно. Это еще трупы в... Не ссы, друг, я еду. Окей. У тебя сколько снарядов? Ты... Это просто... Я не понимаю просто. У тебя стоковая еще пушка была или какая? Куда он эту... А, или он не стрелял? Я думал, у него один снаряд остался. Думаю, отпустил его специально, чтобы Скорпион мне шот не дал. Ёшкин ты, матрёшкин ты... Не бывает все сразу, вообще ни разу не бывает, ни хрена. Окей. Все как в жизни вот. Есть ни хрена, а потом ты потеешь, потеешь, потеешь из года в год, что-то пытаешься, и потом раз
И в конце раз, и ты червей кормишь. Чудище еще и фугасное выехало. Это за всю боль вот эти. Я знаю, вот эти фугасные чудища посланы мне варгеймингом за то, что я столько отыграл на алкотанке. Только по этой причине. Это что за урод едет? Угу. Я понял. Арта АКД, ребят. Арта перезарядку. Насколько этот прекрасный артиллерист на 8 уровне ИСУ 7 дал? Дай бог здоровья ему пожелаем. Мог сейчас по здоровью начаться проблема. Мне уже, честно, мне неинтересно насчет отметки на этом стриме. Мне тупой интерес. Сколько это может продолжаться? Вот исключительно человеческое любопытство. И второй вопрос, за что? Прям... С этим водой что ли обмазался, я не знаю, чем еще. Это прям скриншот. И в рамочку. И когда мне там Максим скажет, пошли коллижен модель танков посмотрим, я такой, не, Максим, не хочу. Раз такой, тон на скриншот этот. И воспоминания, вот этот стрим. Меня даже в картошку уже в бой, она меня просто не пускает в бой. То есть, унижала весь стрим, взрывали нахер БК, и говорит, что дальше играет? Дальше играет. Короче, ну и в жопу. Делаем его поиск 5 минут. Вот если просидит, тогда пускай идет. Если нет, то все. Вот. И я такой раз сижу такой, и такой, не, Максим, не хочу идти. И скрин вот это, да? Я такой, ю... А, Максим, привет, друг. Давай, пойдем посмотрим. Максим, а позиции еще покажешь на картах? Реально поможет. Какого хрена вот эти два чувака поджимаются? Вы им ничего не делаете. Что за дела, ребят? Ну-ка. Организовать все. А ты... А, не от борта еще, да? Давай еще. На гасле сразу скинулись. Отлично. И ты на ИС-4. Так, ребята, здесь надо сомкнуть. И отступать. То время пришло, когда ты должен отступать. Ну, как бы, давай, я тебя прикрою. Прикрою, братишка. Уходим. Не подпирай, пожалуйста. Дай бог тебе здоровья. Просто не подпирай. А, ты сам уперся, я понял. Все нормально в итоге. Все, а теперь смотри, что мы делаем. Ты нахера столько жил, чтобы так глупо сдохнуть? Теперь мы меняем быстро место дислокации. И выходим им в спину. Тактический маневр. Угу. У Креспикса научился, ребят. Угу. Все, вот она заруба. Танковое рубило, бодрое танковое рубило. За что мы и любим игру World of Tanks. Лучшая игра на свете. Только... Артоводы бегут. Да. После боя, ребятки, все. А мы сейчас фонтан заберем и отрежем сразу несколько глупых. Ты посмотри, они как оперативно все перемещаются. Просто как будто с водопоя. На водопой бегут. А, не на водопой, они на сбитие бегут. Я понял.
бегут куда-то. Вон 268-й загрался. Тебя захват берут, ты что-то на меня агришься. Ну не закинул, с кем не бывает. А вот это, кстати, я зря. Ну, я прям агрессивничал, прям вот показал, хотел вам показать, что такое активная игра на семерке. Как тебе клан Фрид? Клан Фрид? Что я о нем знаю? Так, досье клана Фрид. Отличный клан, хороший командующий, говорит, довольно порядочный человек. Несмотря на то, что довольно уже такой взрослый, имеет семью, у него еще замы есть, 3 зама. Люди, которым он доверяет полностью. Он, причем одного из них он в реале даже знает, там помог на работу устроиться. Вот. Клан стоит, там 70 человек в клане. Довольно адекватные ребята. Статистика, конечно, средняя, не всегда все получается. Но ребята стараются. Не надо, пожалуйста. В этом бою, в этот стрим ты мне уже. Вот. 3 полевых у них, 3 полевых. Каждый причем выбрал свою стилистику командования. Кто-то агрессивно, кто-то более пассивно, кто-то с тяжелыми танками. И каждый смотрит своего топ-полевого. Там кто-то смотрит помидора, кто-то смотрит кропальца, кто-то грамзора. Вот. Выбрали себе полевых, стараются расти, хотят активно развиваться. Слышал, что через где-то в 2037 году, да, в 2037-м они захотят побороться за первое место на ивенте. У них есть... не знаю, что у них есть, у меня сейчас будет секас. Вот. У них есть огромные планы по развитию и захвату ГК и привлечению спонсоров. Где-то в 2028-м к ним должен... В 2028 году к ним должен... у них должен быть главный спонсор Рибок. Вот, они будут все подкачаны. Обязательно все бойцы клана будут подкачаны, спортивно выглядеть. И некоторые даже драться в боях ММА. Как ты меня пробил? Вот, некоторые будут драться в боях ММА. Кто-то будет просто бегать, а кто-то будет там прыгать в длину. Вот, как только они завоюют где-то пару, да, да. Где-то они завоюют 2 золотые медали на лимит. На Олимпийских играх? Я не могу. Да ты что делаешь? Ты что делаешь? Как только они возьмут 2 золотые... 2 золотые медали на Олимпийских играх, у них появится спонсор Nike. Nike будет спонсировать всю их женскую команду. Там клан, понимаешь, составлен... Там для этого клана Wargaming... для этого клана Wargaming вообще выделил... отдельный чуть ли не сервер. Ну, у них там свой функционал какой-то. У них 200 человек в клане. 100 женщин, 100 мужчин. Вот. И... когда они начнут размножаться... когда они начнут размножаться, им еще добавят, чтобы дети были. Тупо фрит... фрит дети. Потом примерно они должны расплодиться в... 5 миллионов человек и захватить Минск. Сначала они хотят глобальную карту захватить, а потом они захотят вообще захватить страну. Ну, вот такой клан. Я здесь серьезно говорю, классный. Вступай. Олимпийское золото тебя ждет. Ну а если серьезно, я не знаю, что это за клан. Как я могу? Ну, я знаю, вот, знаю там
3-4, может 5-6 пускай кланов каких-то, которых в топе больше никого не знаю. Какой-то максимум здесь отдать еще. Ты... Я не понимаю, почему каждый шот. Да, я где-то не досвожусь. Но каждый шот такая залупа происходит. Просто каждый шот. Да ладно, CDC пробил, неужели? Где такое видно вообще? На своем леве еще труп нашел. Мне бы просто поехать сдохнуть и все. Включил здесь скилловика все. Артовод, гандон еще. И бат не пробивается. Да ёшкин кот, это ж чё же уродство такое, скотство. Нет у меня все. Просто... Идите нахер, стервятники. Я не могу, реально. Тут просто где-то 2К куда-то ушла. В никуда просто. Вот когда надо должно было залетать, я никуда... Туда, сюда, досвидули. Типа, не надо вообще сюда. Не может. Вот я больше чем уверен. Я повторю стрим на S7. По-любому повторю. Я уверен, что там будет совершенно другая игра. Я в этом уверен на 100%. Вот. На 90... Не, на 100% уверен, что другая игра. Но не может такого. Никак. Дмитрий, спасибо тебе огромное. Я тебя понял. Окей, сделаем, что делов-то. Но на самом деле это будет... Из 7. Бог войны. Вперед, деды. Воевать, врываться, всех побеждать. А теперь мне приходится как коту просто идти умирать куда-то. Просто подальше от всех, чтобы никто не видел моей смерти. Какого хера тебе пробивает какой-то алкаш с фугасом? Куда он тебя пробил, родненький мой? Хер ли ты у меня такой соснулый? Вернее, водитель у тебя такой здесь. Как наша команда так отлетела? Просто отлетела в херам. 0-5 уже. Да, это похороны. Это просто похороны. Да, это... Наши не попадает, естественно, конечно. Да, все, ребят, на этом, я думаю, можно заканчивать эту... Боль 6,5-часовую. Сейчас узнаю, победил или нет. Ура! Выиграл, сынок. Третья отметка. Да? Все. Блин, круто. Реально, так быстро. Вообще, прям стрим в удовольствие. Очень быстро, блин, я прям не ожидал, если честно. Но суммарка получилась 7000 опять. Короче. Так, смотрите, сыграл я 7 боев. 10 боев сыграл. 7 побед, 3 поражения. Спасибо, ребят, огромное. На этом стримчатке заканчивается. Да.